Отопление дают, горячая водица пошла по трубам. Сегодня мы запросили данные в городской администрации о том, как подается тепло рязанцам. По состоянию на вчера, а сегодня пока не закончилось, тепло подано на все объекты социальной сферы. Что касается жилых домов, то, как нам сообщили в мэрии, на этот момент к отоплению подключено около 1700 домов из 2649. Это 63%. Но если сравнить с данными прошлого года, то пока тепловые службы идут с опережением. В 13-м по итогам трех дней с начала отопительного сезона было подключено 57% домов. Также градоначальство поведало, что завершены работы по замене запорной арматуры на третьей тепломагистрали, и она, магистраль, уже запущена в работу. Сегодня мы провели опрос народа насчет подачи отопления. Оказалось, что и впрямь многие квартиры уже прогрелись. Добавим, что писали отклики мы на Театральной площади. Вам отопление дали? Дали. Вчера? Вчера. А сегодня дадут. Только дадут? Да. А пока как спасаетесь? Не холодно? Никак нет, у нас нет, не холодно. Нет пока. А как спасаетесь? Маленьких детей нету. А сами? Нормально. Обходимся пока. В тепле оденемся нормально. Дали отопление? Нет. А нет, как еще. Спасаетесь? Никак. Холодно одеваться дома? Надо, да, дома. Холодно. Одеваемся. Дали. Когда? Два дня уже мы с отоплением. Я в общаге живу, а не дома. А в общаге тепло? Ну да. Давно? Да там всегда тепло было. Вам отопление дома дали? Нет. Холодина ужасная, отопления у нас нет. А где живете? На Трудовой 7. Угу. А как спасаетесь такой холод? Никак, греемся. Нет, не дали. А где живете? Свободу 51. А как спасаетесь от холода? На обогреватель как. Ну пока терпимо. Терпимо. С вами отопление дома дали? Нет пока. А где живете? На новой. А как спасаетесь в холод в такой? Кондиционером. То вам отопление дома дали? У нас свое. А теперь уже совсем эксклюзивные сведения, полученные из неофициальных, но вполне осведомленных источников. Так вот, по нашей информации, рязанский мэр Виталий Артемов распорядился не давать тепло в чиновные кабинеты, пока весь город не будет подключен. Так что руководящий люд сидит себе в креслах, да руки потирает. И отнюдь не из-за того, что ожидается прибавка к жалованию. Если это так, то за этой суровостью городского головы просматривается своя правда. Пока все горожане в домах не согреются, пусть чиновники мэрии в холодке бодрятся. Авось энергичнее работать начнут в интересах простых рязанцев, то есть нас с вами.